Знакомство с новичками, успешный старт и быстрый рост в бизнесе. Я вам расскажу, что нужно делать. Немножечко поменяла, точнее добавила в свою презентацию кое-какие слайды. И презентация слетела, не могла загружаться, потому что она очень объемная, пришлось разбивать на две. Вот. Надеюсь, вы, даже если вы уже в Oriflame, давно в Oriflame, какие-то фишечки для себя найдете. Ну, конечно же, эта презентация предназначается больше для тех людей, которые пришли недавно в наш проект или только начинают, собираются узнать об этом проекте, понять, что нужно делать, какие-то фишечки, что они делают, что у них не получаются. Вот, скажите, пожалуйста, есть у нас новички, кто впервые пришел на вебинар или кто зарегистрировался в Oriflame, ну, скажем, либо первый каталог, либо меньше, да, то есть в течение месяца какое-то время? Напишите, пожалуйста, есть у нас такие, отлично, да, я приветствую вас в нашей команде. Также я приветствую всех менеджеров и нашу весь лидерский состав. Ну и я видела уже здесь в сообщениях, есть поздравления с первым праздником зимы, да, 1 декабря, и опять же таки начинается Новый год, новый отчетный год, впереди вот-вот уже через месяц у нас Новый год, мы подводим итоги, что же мы сделали за год уходящий. Ну и давайте посмотрим. Для того, чтобы вы посмотрели этот проект, я вам расскажу свою историю, также историю нашей команды, ну и, конечно же, поделюсь фишками роста. Моя первая профессия была модель. Я с 16 лет профессионально стала работать, поэтому всегда увлекалась, сначала, ну как, это было профессионально, да, и мне всегда нравилось все, что связано с миром красоты, моды, макияж, вот. Затем я стала работать бухгалтером, очень рано вышла замуж, переехала в поселок Сибирский Алтайского края, и вот как раз-таки там я осознала, что качественная косметика, да, и очень, ну, скажем так, сейчас существует очень много подделок, и когда начала заканчиваться косметика, я увидела, что она не та, да, то есть тушь Max Factor, она не та и так далее, и все бренды, я очень хорошо разбиралась, мне было скучно работать только по одной специальности, поэтому я сразу устроилась и работала на нескольких работах одновременно, продолжая также и преподавала дефиле, макияж, то есть в этом мне было тяжело уйти с этого направления бизнеса, потому что мне всегда нравилась красота, стиль. Что бы произошло, может быть, со мной, если бы я не вышла замуж? Мои напарники, с которыми я работала, это Святослав, ну, Слава и Женя. Они потом уже поженились, переехали в Москву, они стали актерами, актрисами, Слава стал режиссером, кстати, сейчас вот мы с ним вчера созванивались, интересный фильм, он будет снимать с известными актерами, которые и в кино, и в театре играют, там классный там проект, вообще интересно. С Женей периодически переписываемся, да, опять же таки, ну я выбрала любовь, сибирский, общагу с крысами и тараканами, но тем не менее, я решила также продолжать свою специальность, сначала бухгалтером, потом, когда я зарегистрировалась в Oriflame, конечно же, как и все, не воспринимала серьезно это, но что-то брала для себя. Вот, на самом деле денег на то, чтобы пользоваться всем ассортиментом, быть постоянным, ну, я имею в виду пользователем 100%, нет, я помню, как мне моя знакомая, которая меня пригласила в Oriflame, и которая не разместила ни одного заказа, рассказывала про свою родственницу, что у той прям, она говорит, заходит, и все-все в ванной Oriflame, тогда это была очень, очень дорогая косметика, и мы не могли себе позволить полностью, сейчас как бы заходит к нашему менеджеру, лидеру, там все в Oriflame, но я не знаю, почему-то мне вспомнился вот буквально недавно этот случай, тогда действительно это была роскошь, вот, опять же таки, я сначала не серьезно воспринимала эту профессию, разобравшись,
начала зарабатывать, да, действительно, уволилась с основной работы. Почему же все-таки я приняла решение развиваться здесь, да? Потому что я бухгалтер, я умею считать, я поняла, чем отличается основная работа, даже если карьера быстрорастущая. А в нашем проекте вы узнаете, что большую часть людей, кто здесь сотрудничает, успевает с успехом, это в основном лидеры разных профессий, у которых есть высшее образование. Скажите, пожалуйста, у вас есть высшее образование? Кто вы были по профессии? Потому что это очень важно, у нас здесь разные профессии. Здесь важно одно, что работая где-то, да, мы все платили 13% подоходный налог, еще за нас платило государство, либо фирма, и порядка больше 40% мы отдавали государству здесь. Классно тем, что мы имеем тот же самый соцпакет, все ту же самую пенсию и так далее, да. Вот это классно, что у нас доход официальный, а не какие-то там, мы вам выплатим куда-то на карточку, на электронные деньги и так далее, да. Все у нас проходит через налоги, а пока, если доходы маленькие, все у нас собирается на расчетном счете в компании Oriflame, пока мы не откроем индивидуальное предпринимательство, и мы выбираем в виде скидки своими заказами. У меня очень яркая история о том, что я долго не могла иметь детей, а потом забеременела с Wellness, это есть на нашем командном сайте, и потом история. Но здесь важно то, что будучи мамой, я получала тот доход, который я наработала ранее, да. Вот здесь вот классно, что такое пассивный доход и почему мне это привлекло. Так как долго не имела детей, когда я только узнала, что я забеременела, да, я тут же все бросила, я наслаждалась скажем так, беременностью, у меня был там жуткий токсикоз, и все, я до 7 месяцев я отдыхала, наслаждалась. Периодически там выйду с телефончика, может быть, отвечу какие-то сообщения, и все, да, созвонюсь там, ну, максимум 30-40 минут в день я там уделяла этого, но я продолжала получать те деньги, которые за создавшийся товарооборот. А когда же мне скучно стало на 7-м месяце, я поняла, что все, и риска никакого нет, что все классно, мне надоело быть вечно беременной, я начала активно работать, да, и вот здесь наоборот, что вы можете в зависимости от своего состояния здоровья, да, какие-то у вас планы, вы можете когда-то на какой-то части времени не работать, да, и какое-то время, да, вы будете получать доход, ну, в зависимости от того, насколько серьезно у вас построена структура. Мои первые партнеры, и с кем мы начали работать через интернет, вы видите, наши ребята, да, Катя одна из первых стала работать в Одноклассниках и закрыла звание директора, еще тогда никто не работал, со Светой мы вместе жили раньше, и ее структура и в Сибирском, где мы жили раньше, и сейчас в интернете 50 на 50 и так далее. Мы создавали новый проект. Что же я получила в результате того, что продолжала действовать дальше, имела свою мечту? Вы видите на картинке, каждый год потом, ну не каждый год, да, там где-то, в общем, много новых званий, чеков, признаний, бонусов. Компания мне подарила машину Volvo, и самая большая была моя мечта – это путешествие. Максимальный доход, который я получила, это был 1 миллион. Он состоял из премии и непосредственно моего дохода. То есть здесь есть деньги, все это выплачивается официально. Моя самая главная мечта была это путешествие. Вот у меня 21 страна. И то, что компания нам уже заранее планирует наши отпуска, если взять там, например, да, как-то я писала статус, был день бухгалтера, да, я как-то вспомнила свою работу, да, почему же все-таки, и в шутливой форме написала, на самом деле компания за нас, вместо нас принимает решение, куда мы отправимся в отпуск, да, за нас принимает решение, ну, это шутка-шутка, но действительно потрясающие страны, и мы узнаем, куда поедем, и самое интересное, что с уровня менеджера уже через, ну, когда новички в первый год работы уже
могут поехать в страны, которые компании организуют менеджерские конференции. Я не знаю, где, в какой компании есть такое. Опять же таки, через маленький поселок сибирский, через общагу, как и, в принципе, мои коллеги, с кем я работала, скажем так, вышли в шоу-бизнес. Здесь мы тоже общаемся с звездами. У меня стало, скажем так, я коплю коллекцию, ну вот, скажем, собираю фотографии со звездами. Это тоже все благодаря Oriflame. Эти звезды сотрудничают с нашей компанией. Это еще раз, очередной раз подтверждает уважение к компании, то, что это не какая-то там фигли-мигли, там, и потому что лицо сейчас, каждая звезда понимает, что значит его бренд. Испортить имидж очень легко, тем более за тобой наблюдают все, да, соцсети, все открыто, с кем ты фотографируешься, как ты фотографируешься, да, это очень важно. Компания Oriflame из любого человека может сделать звезду. У нас каждый месяц размещаются истории партнеров в различных журналах, очень известных. У меня была статья в «Добрые советы», ну там понятно, корпоративные журналы, и сестра мужа, да, ее статью печатали в Космополитен. Но самое классное, что здесь есть, что больше всего ценю, и без чего бы не было моего результата, это без команды. Каждый из нас уникален, каждый совершенно разные профессии, как вы сейчас прочитали, да, разный возраст. Нас всех объединяет одно, да, и вот этот стиль жизни онлайн-про, это... Вот я не знаю, вот сегодня сейчас в чате мы общались, у нас есть чат, где мы обсуждаем ИП, потому что конец года, скоро платить налоги, и вот предложение поступило от Ирины Исаевой. Она говорит, у нас Наталья Мастюгина, она главбух, работала с главбухом, сейчас только в Oriflame стала работать, и Ирина говорит, Наташа говорит, а давай, зачем я куда-то хожу, плачу раз в год там, чтобы мне сделали отчетность, потому что раз в год мы платим, да, какие налоги, я разбираюсь, давай лучше ты будешь нас вести. Все тут же в чате написали, да, Наташа, давай мы тебе лучше денежку заплатим. Вчера у меня была планерка с Юлией Мажитовой, у нее два высших образования, 10 лет работы преподавала английский, вот, и я так подумала, Юль, ну, тоже мы поговорили, вот, так как я часто путешествую, да, и хочется узнать больше, я говорю, Юль, а может быть, все-таки подумаем над тем, чтобы организовать, мы же сейчас многие путешествуют, да, такой орифлеймовский английский, где ты, это путешествие, шоу, шопинг, знакомство, то есть вот такой, да, чтобы ты с нами пообщалась, попрактиковала, и был разговорный английский, да, и вот если взять, в принципе, каждого человека, да, у нас настолько все уникальны, мы это уже обсудили в чате, все девчонки хихихаха тоже вроде как ничего, так что я думаю, что скоро будет группа, да, я говорю, каждый из нас уникален, у каждого своя профессия, и таланты абсолютно разные, да, и здесь вы также можете даже в команде подрабатывать, да, использовать свои любые таланты, потому что зачем платить деньги куда-то, да, если у нас вот просто уникальность каждого человечка взять, кто-то на пенсии, там, Зоя Никитина там совмещает с одной с основной работой, мамочки двоих, троих детей, четверых детей, студенты, кто работает, да, на самом деле, вот, фотографии, вы видели также, наверное, видео, да, шикарное, здесь фотографии, как мы, первая конференция на уровне менеджеров, у нас было 16 человек в Египте, 21 человек был в Сочи, и это только начало, следующая будет у нас конференция в Болгарии, и минутку, сейчас я вам загружу вторую часть презентации, вот как, у меня сразу все не разместилось, потому что объем большой. Вот, что же нужно делать, и хотелось бы сейчас говорить больше по фишках, что нужно делать стратегически. Еще раз, да, как бы немножко новые слайды, немножко с другой, о тех же вещах немножко с другой стороны мы с вами поговорим. Так вот, самое главное, это не то, что вы сейчас из себя представляете, потому что каждый человек, по сути, да, в интернете он ничего, да, или вообще, сейчас не так, да, сейчас век команд, именно с командный бизнес, который делается вместе, сообща, каждый несет свою функцию, вот,
И сейчас именно побеждают команды. Если раньше был бизнес, когда мы слышали там одних лиц, каких-то там звезд, там и так топовых лидеров, там какие-то точечно кусками, да, выезжали на своем энтузиазме, то сейчас столько всего нужно сделать, столько новостей, столько охватить, меняется рынок и так далее, да, что один ты это не сделаешь. И вот когда это делается работа сплоченной команды, получаются какие-то результаты. Второй момент. Сейчас идет кризис и идет перераспределение финансовых потоков. Люди богатые еще становятся более богатыми, бедные еще более бедными. А все пробуют, что-то ищут, и как раз сейчас идет окно возможностей. И плюс сейчас того, что мы делаем, используем бизнес в соцсетях и онлайн-технологии. И я долго тоже сегодня искала картинку, самую последнюю статистику, ежемесячную аудиторию в соцсетях всей России. И если, например, Инстаграм был где-то в России, где-то там 8-е, 10-е место занимал по объему, сейчас в России, вы посмотрите, да, Инстаграм все больше и больше набирает оборотов. И, скажем так, и это наши люди, наша аудитория. Сейчас как нужно работать? И вот я покажу на малейшем принципе, да, у всех из нас есть люди, знакомые. И взять, если вот сегодня сделала фотографию, набрала первого попавшегося там человечка, да, настоящий человечек, который нигде не работает, у него в среднем 200-300 человек в друзьях, да? Вот, человек подписан на 61 человека. Это означает, что ему интересно узнать о ком-то, что-то происходит. И скажите, вот из этих 220 людей, можно найти всего лишь двух человек, которые хотели что-то бы поменять в своей жизни, хотели бы воплотить какие-то свои мечты. Я сейчас не говорю о потреблении, там, что пригласить на косметику, там и так далее, да? Вот реально. Я думаю, что из этих людей всего двух человек, всего двух можно найти, да, пообщавшись, посмотрев. Вот, также у нас очень много людей ищут сами работу в интернете, да, вот статистика, если вы наберете сейчас, вот ради интереса, зайдите в Яндекс, наберите, да, работа, вы увидите, сколько человек ищут, около 30 миллионов ищут подработку, потому что тем более сейчас кризис. Ну так вот, к чему я говорю, давайте подумаем, вот это действительно уникальный бизнес, всего два человека, если вы найдете всего двух партнеров, с которыми вместе найдете еще двух, да, вначале, как бы, когда самая большая распространенная ошибка, когда люди приглашают в Oriflame и начинают сами что-то рассказывать. И у них ничего не получается, особенно если это знакомые, потому что все уже слышали, да, есть сетевой, да, есть чудо-бизнес, там все побывали и так далее, да. Поэтому здесь важно работать с командой, чтобы приглашать на командные результаты, на командные вебинары, которые у нас проходят, и постоянно рассказывают информацию лидеры, давать видео в записи. Вот вчера потрясающе прошел вебинар, где Лилечка Алчинова рассказывала, как она видит этот бизнес со своей точки зрения, почему она выбрала этот проект, что ей важно, да, и она прям каждую грань рассказала. Вот, так вот, смотрите, уникальный бизнес, если вы пригласите всего два человека, каждый из которых найдет, пригласит по два, то мы с вами вот таким образом сформируем команду в 31 человек. MLM – это потрясающий бизнес, его придумали в Америке, это бизнес домохозяек, да, и вот эта статистика, да, фундамент легла всех компаний сетевых, а сейчас, если взять там Россию, у нас еще как-то еще скромненько, да, если в Японии это более 90% всего товарооборота проходит через сетевой маркетинг. Так вот, уникальность этого бизнеса гласит того, что если ты найдешь всего на одного человека больше, и каждый пригласит не два, а три человека, то общая команда покупателей вырастет в 4 раза. Это просто гениально. И уже не говоря о том, что если мы
в свою, опять же таки, начинаем мы с двух человек, потом третьего человечка, и наша задача будет глобально найти шесть серьезных партнеров, которые захотят зарабатывать деньги, которых не испугают трудности, они будут учиться, обучаться, получать высшее образование, потому что куда бы мы ни пошли, на кого бы мы ни учились, на какую-то профессию, везде нужно сначала, первое, это 5 лет высшее образование, второе, это тебя берут на испытательный срок 3 месяца, и не факт, что ты будешь еще работать, и не факт, что еще будешь зарабатывать по этой специальности. Вдруг ты поймешь, что это не твое, а деньги, время будут потрачены, и 5 лет твоей жизни будут убиты. Вот, а здесь мы начинаем, и сразу потихонечку вы получаете маленькую стипендию. Так вот, смотрите, вот самое классное, это последняя картинка. Да, вы можете приглашать всех людей в первый уровень там и так далее, да, приглашать, 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 но теория бизнеса этого гласит, что одновременно вы не можете управлять больше, чем 5 людьми, плюс-минус один человек. Это теория, да, она и теория управления, это и взять и... У меня муж военнослужащий, там есть полки, там командиру, там роты и так далее, если и так далее, любое подразделение. То есть это идет система управления. Вот, следующий момент, да, вот опять же таки наша цель, к чему я призываю стремиться, это найти, сформировать команду из 6 человек. Если мы возьмем, что каждый из них будет делать товарооборот на косметических средствах 1000 рублей, а средняя статистика, как сейчас это на потребление на одного человека 1000 рублей всего лишь. Если мы возьмем семью, то там уже минимум 3 человека, да, ну 2-4, да, это гораздо выше товар. Оборот. Так вот, если вы организуете команду из 6 человек, каждый пригласит по 6 и так далее, ваш доход за организованный товарооборот более 1,5 миллиона будет порядка 200 тысяч. Вот, а что же это такое? Это уровень бриллиантового директора, это фокус, цель, куда я приглашаю каждого партнера, чтобы кому-то у нас есть истории, за 9 месяцев открывали уровень бриллиантового директора, вот буквально в этом году, ребята, серьезно, уже новые технологии, немножко по-другому стали жестко всех приглашать на бизнес, по-другому, да, более серьезно сразу включались в процесс, и каждый... Вот понимаете, вот каждый год открывает каких-то новых звезд. Сейчас только видишь, бац, бриллиантовый директор открылся за 2 года, бац, еще один бриллиантовый директор. И через год вот новички, которые приходят сейчас, они, собрав всю информацию, которая, всю наработку, которая делалась раньше, да, используя все технологии, они просто войдут и будут делать результаты. Кто это будет, неизвестно. Кто-то, есть статистика, что кто-то 2-3 года сидит, 5 лет, а потом бах, у него срабатывают жетоны, и он максимально начинает действовать и получает результат, быстро растут. То есть, и здесь нет такого, что кто пришел первый раньше, тот и победил. С какого уровня сейчас дают Lexus, автопрограммы, Volvo? Сейчас уровня бриллиантового директора. Когда у тебя будет 6 директорских групп, ты закроешь звание бриллиантового директора. Сейчас компания выделяет 2 миллиона на покупку любой машины. Раньше это была только Volvo, сейчас это может быть любая машина, потому что не везде есть автосалоны Volvo. И дальше каждый, понимаете, вот здесь фишка того, что сначала вы становитесь директором, вроде как закончили как бы как высшее образование, какая-то практика, но ваша цель потом выводить ваших партнеров на уровень директора дальше. Если вы помогли всего 2 людям, то вам еще заплатили сначала 1000 премия долларов, потом 2. Фишка в том, что затем за каждого нового партнера компания будет платить вам в разы больше. Сделали 2 у вас директора, да, вы получили 2000 долларов, 2 директора есть. Вырастили еще одного, третьего человечка, третью веточку, то за одного человека вам еще заплатила компания 3000 долларов. Четвертого человечка вы вывели на уровень директора, компания заплатила вам 4000 долларов за ту же самую проделанную работу. Я уже не говорю о вашем доходе. 6 веток – это уровень от 200 тысяч рублей и далее.
На самом деле, что, скажем, бизнес безграничных возможностей. И вот часто говорят, что когда приходят в компанию, да, мы приводим очень много людей, приходят люди, уходят, такая текучка, поэтому многие не воспринимают этот бизнес всерьез. Многие, понимаете, вот приходят в этот бизнес и говорят: «Ой, я не буду делать заказы, потому что ты с меня деньги будешь иметь». Скажите, кто-то сталкивался с таким возражением? Или просто: «Ой, вот сейчас вот я к ним приду, они там меня раскрутят на деньги, там вкладывать в себя, покупать косметику, они же деньги меня поимеют», да? Это нормально. А вот давайте представим, вот новичок приходит. Что новичок делает, да? В принципе, он смотрит, запускается. Что проще, самому в это все вникнуть, залезть в интернет, перечитать, все перелопатить, информацию годами, кучу вот такой литературы, книг, что это делает, да, потому что это профессия, если ей нужно учиться, тебя же не пустят на операционный стол без всякой практики, здесь то же самое, у тебя ничего не получится. Так вот, пока ты никто, ты просто новичок, команда бесплатно работает на тебя. Она организует все вебинары, она организует обучение, люди готовятся, изучают, общаются с твоими новичками. Твоя лишь задача прийти, послушать и привести людей. Поэтому здесь первое вот такое, да, сообщение, что вы подумайте, эта команда работает на вас прежде всего, да, а вы там какие-то там, может быть, там заказ разместили на 300 рублей, сделали заказ, ну, это то же самое, но пойдите в магазин, то же самое, да, пока, вот, потому что наша задача прежде всего организация товарооборота и сделать из вас директора. Если вы будете директором самостоятельной единицы, которая управляет своим бизнесом, только тогда мы можем рассчитывать на то, что это наш будет стабильный бизнес, и только вместе командой мы достигаем тех целей. А с чего все начинать, да? Важно действительно захотеть что-то, да? И я всегда говорю, что прежде всего нужно начинать с мечты. И что это будет двигать? Я не знаю, у каждого она своя мечта. И нужно периодически просматривать. Да, нас нигде не обучали, наоборот, у нас говорили так, что: «Ой, не говори о своей мечте, а то сглазишь, там, я не буду говорить о том, что-то произойдет» и так далее. Понимаете, пока вы не сформулировали ваши мечты, что вы хотите от жизни, сколько вы хотите детей, уровень комфорта, куда вы хотите путешествовать, где у вас будет отпуск, что вы хотите купить ребенку, как провести выходной, праздник. За вас никто не будет продумывать вашу мечту, вашу судьбу, что с вами произойдет. Только тогда, когда вы будете знать, что вы хотите от жизни, Вселенная, почитайте кучу книг, Вселенная начинает отвечать. У вас тут же, если вы что-то запланировали, что-то у вас происходит, все начинает полностью подстраиваться, нужные люди, нужные мысли. И если у вас на самом деле что-то сейчас не происходит, первое, с чего начинаете, первая ревизия своих мечт. Тем более сейчас, в конце, в канун Нового года, рекомендую вам пересмотреть все, что вы сделали за год, и что вы хотите, чтобы у вас произошло в следующем году. Причем пишите как можно больше. Партнеры, коллеги, я вас попрошу написать, если у вас есть мечты, сколько у вас сейчас их записано. И знаете, самое классное, это когда вы берете свой блокнотик, который у вас там какой-нибудь красивый, красочный, и вы берете и вычеркиваете вашу мечту. Пусть это будет какая-то легкая, банальная, там на выходных что-то вы хотите с семьей сделать, запишите. И как это классно, потом ее вычеркнуть. Пусть это будет такие креативные, интересные. Второе, да, с чего надо понимать, что это стратегия, да, и где мы с вами будем работать. Мы работаем с вами в индустрии красоты и здоровья. Это просто колоссальные деньги крутятся в этой индустрии. И здесь важно работать здесь и сейчас, в кризис, именно здесь. Что мы с вами будем делать? Как вы знаете, очень много конкурирующих компаний, если мы возьмем вообще рынок, да, и сегодня тоже я оставляла слайд о том, что мы уже видели в соцсетях, пробежались какие-то слайдики, да, насколько компания эффективно
эффективно-неэффективные средства. Сейчас компания вот скинула информацию, я разместила статью на слайд, там подробненько по всем показателям рассказывается, насколько эффективен каждый крем, потому что это действительно дорогие люксовые бренды. И по независимой экспертизе, где проводились 3 учеными, независимой группой также, мы с вами занимаем 2-е место. При том, при этом, если мы рассмотрим ценовую стоимость, вот тоже сегодня я делала слайд, ценовой сегмент, именно сегодня, на 1 декабря, вы можете увидеть по эффективности, да, самый классный крем по эффективности, который набрал 77 пунктов по эффективности, да, по разным показателям, стоит 9900. Наш крем сейчас, да, по полной стоимости стоит 1800, по акции 1500, для клиентов минус 20% 1200, вот просто, да, дешевка, 10 тысяч, да, и 1200, вот, смотрим, да, Estee Lauder чуть-чуть отстает, 8 тысяч, и чуть-чуть еще Lancome, да, тоже сейчас идет акция, вы можете со скидочкой купить всего лишь за 5600 крем, ну, вот, 7,5 тысяч, да, вот вы видите, что, да. Многие говорят, ой, это Oriflame слишком дорого, другие же говорят, ой, Oriflame слишком дешево. Почему слишком дешево? Потому что у компании есть всего лишь две компании, имеют свой научно-исследовательский институт, где разрабатываются формулы. NaVeg формула разрабатывалась 7 лет. Это штат ученых, где работают более 300 человек. Другие компании покупают формулы, а наша компания сама производит, она сама вкладывает, и часть прибыли, которую получает компания, она вкладывает в развитие новых технологий. И это очень важно. Сейчас очень много компаний, которые работают MLM. Компания Oriflame выбрала стратегию и уже на протяжении многих лет вкладывает деньги и направление именно в уход за лицом, потому что женщинам важно выглядеть. Мы сейчас являемся все продуктами продукта. И то, как сейчас выгляжу я, это результат, скажем так, 10-летнего ежедневного ухода за моим лицом. И я сказала бы, что среди моих сверстниц я выгляжу не хуже тех, кто пользуется только дорогими люксовыми брендами, Фея Литуаль, я только Диором пользуюсь и так далее. Ребята, пожалуйста, я не переплачиваю кому-то деньги. Мало того, у меня даже есть видео, за вот эти вот 15 лет я сэкономила на однокомнатную квартиру. Вы все равно сходите в магазин и отдадите эти деньги кому-то. Можете это брать у себя, а можете сделать кого-то богатым. Выбор ваш, так же как по эффективности. А второе направление, то, что компания с чем занимается, это направление wellness, это красота изнутри, это ваше здоровье. И опять же таки, доказано опытом, скажем, за 10 лет моя фигура практически не изменилась, несмотря на то, что я рожала. И после 30 лет у женщин происходят возрастные изменения, меньше метаболизм, там, обмен веществ и так далее. Сложно, скажем, сложнее, да, себя контролировать, свой вес, потому что женщины добреют, да, расцветают. Но тем не менее, если вы зададитесь этой целью, да, с продукцией wellness, вы можете контролировать свое здоровье и вкладывать свое здоровье. Вот тоже слайд делал, у меня просто слетела презентация, опять же таки, не получилось, вот почему немножко небольшая задержка была. Я искала слайд, не нашла его, поэтому создавала. Если взять продукцию wellness, когда говорят, это дорого, мне дорого вкладывать свое здоровье, мне дешевле пойти и все купить, я и так ем хорошо. Вот если собрать все вот эти продукты, которые написаны на картинке, да, например, в одном пакете столько, там, как 230 грамм кураги, как 650 миллилитров молока и так далее, да, вот это стоит, я считала, есть тоже статья на сайте, это практически 1000 рублей
или равноценен один пакетик wellness, который стоит, подскажите мне, вот этот вот набор недоделок, там 160 или 130 рублей, да, то есть мало того, что вы начинаете экономить аптеки и так далее. Я не буду сейчас рассказывать, это у нас есть Академия красоты, у нас есть wellness-чат, где подробно рассказывается информация. Я о том, что вот, и используя вот всего лишь вот эти два направления, да, и опять же таки компания сейчас Oriflame, она в 60 странах мира, и сейчас более есть яркие развивающиеся лидеры страны. Так вот, тоже сегодняшняя новость дня, что лидер из Китая Ли Уаньгле только что открыла квалификацию президента и старшего президента одновременно. Она пришла всего лишь в 2009 году, то есть вот буквально 7 лет в компании. Что это такое? Президент – это когда у тебя 24 директорские группы. Сначала вы вырастили 6, потом еще 6, получилось 12. Молодцы. Удвойте результат. Я еще раз говорю, сначала, ой, подождите, еще раз, еще стратегия. Сначала вы вырастили 3 группы, повторите результат, у вас будет еще 6 групп, правильно? Там сколько? Да, 6 групп. Сделали 6 групп, повторите результат, у вас будет 12. Сделали 12. Повторите результат, у вас будет 24. Если вы будете продолжать, вы получаете президент, да, это 100 тысяч долларов премия. А одновременно, почему два звания? Потому что в ее там из 24 групп у нее 6, я написала неправильно в чате, 6 из них должны открыть, ну, быть в квалификации бриллиантовых директоров, то есть 6 групп у них, и у нее премия 20 миллионов рублей, если перевести, будет, ну, по закрытию звания через полгода, средний доход на этом уровне 14,5 миллионов, либо 1 200 000 в месяц, ну, как бы это сумасшедшие деньги. Я знаю, что некоторые шестую часть месячного дохода получают за год, там вообще, да, сумасшедшие это деньги, но тем не менее. И Ли Юанг выступала у нас на бриллиантовой конференции, она рассказывала о своей стратегии. У них мало продуктов в Китае. Они работают, в основном у них упор. Первое направление – это здоровье, как вы понимаете, да, и, соответственно, у них бешеные продажи wellness, потому что в Китае все следят за своим здоровьем, правильно питаются, у них бешеные продажи. И второе – девушки вкладывают в свою кожу, потому что кожа для женщины, китаянок, имеет важную роль. Они не загорают, как мы, потому что загар, они... То есть у них уход, да, и они работают в социальных сетях, они показывают, как преображение у них, как они, фотография до и после, прыщики уходят, морщинки и так далее, как они выглядят, то есть у них есть целые проекты, и они также работают директорскими группами. Вот, пожалуйста, вот вам история, ребята, которые, и как вы думаете, в Китае много людей зарабатывают? Это мы, скажем, приравниваемся к Китаю по доходу. Там уровень, но тем не менее, вот скажем так, если, почему компания Focus и говорит постоянно, да, нам, вы услышите, потом будете работать Wellness Novage, Wellness Novage, Wellness Novage, потому что они берут опыт из других стран, смотрят, что происходит, например, в Америке, откуда этот сетевой маркетинг пошел, а там, например, была компания такая, буква Avon, да, где дешевые цены, они создавали всем конкуренцию, сетевой маркетинг просто бешеный, и сейчас компании Avon там нету, она, ее официально объявили банкротом, она сейчас еще держится за счет других стран, да, но опять же таки, то, что было там, мы тоже как бы с Америкой в ногу идем, да, то есть у нас будет то же самое, то есть здесь и компания хочет сейчас, да, она перераспределяет ресурсы, стратегии, она хочет, чтобы наша компания была всегда в тренде и занималась двумя индустриями, это как раз таки wellness и novage. Сейчас будет такой бешеный слайд, не вникайте в него, пожалуйста, в статистику, я вам покажу, сколько можно зарабатывать, если вы пригласите, будете приглашать каждый человек, каждый каталог по 3 человека, всего 3 человека, причем каждый из них будет размещать заказы на 100 бонус-баллов. 100 бонус-баллов – это 2 продукта,
Это два продукта из серии Wellness, да? А здесь расчет. Я более подробно, у нас это будет на планерках, на других вебинарах. Просто говорю, что если вы сами научитесь приглашать по 3 человека в день и будете в каталог и научите вашего партнера приглашать также, опять же таки, где эти люди, вон, берите из соцсетей, либо знакомых и так далее, да, то есть на 5-й каталог вы можете в идеале открыть звание старшего золотого директора, и ваш доход будет в месяц 76 тысяч рублей, либо вы можете строить только две веточки, да, где-то у вас позже будет открыта квалификация, вначале будет где-то чуть меньше доход, потому что, ну, я не буду стратегию маркетинга говорить, но тем не менее, да, тоже открыв также на 5-й каталог, если вы выберете стратегию, каждый каталог находить партнера, который будет размещать заказы 100 баллов. 3 человека, куда вы его будете регистрировать? Первый уровень, ой, я имею в виду в 2 веточки, в 3 веточки, в принципе, не имеет значения. Но важно в том, что надо, ваша задача также будет научиться работать с вашими людьми так, чтобы средние заказы были высокие, чтобы люди покупали не только, вот как мы говорили, средняя статистика на одного человека, 1000 рублей покупает человек, да, по-любому косметике, либо на семью это порядка 3000 рублей. Люди все равно будут брать, только они будут брать в чужих магазинах, а здесь могут, например, на 500 рублей купить, остальное раз отнесли конкурентам. На 1000 рублей, на 2000, а потом бац, отнесли остальное конкурентам, да. Поэтому ваша задача рассказать о нашей продукции, почему именно это преподнести по стратегии wellness. И вы можете видеть, что многие спрашивают, как я хочу быстро открыть, выйти на приличный уровень дохода. Одну минутку, я включу свет еще. У нас уже темно, у нас 5 часов времени. Вот, все будет зависеть от того, какое первое, как вы будете приглашать людей первое, но просто перепись людей массовая, да, то есть пойти вон в паспортный стол, забрать там все паспорта, собрать, подписать и структуру, это не, тоже ничего не будет. Главное, будет ваша задача научить сопровождать людей, изучить продукцию самому, пользоваться, потому что как вы можете рассказать впечатление о продукте, если вы не пользовались? Никак. Да, вам должны попробовать, для того, чтобы понять, какая продукция подходит, что лучше брать. У нас для этого есть специальные чаты. Вот, так вот, вы можете, вот, например, мы найдем 100 человек. 100 человек пригласили. Сколько вы можете получать? Если средние заказы, у вас же будут 50 баллов, да, то вы будете получать 12 тысяч рублей. При этих же 100 человеках, да, если средний заказ будет 100 баллов, это 2 продукта wellness, например, это 30 тысяч рублей. Если, например, серия на Wage у нас 150 баллов, в каталог научиться самому, либо пользоваться там одну серию вы сами себе заказали, потом нашли подружку, которая на ваш регистрационный номер сделает заказ серию на Wage, потом еще дали, потому что, в принципе, каждая серия, например, на Wage, уход за лицом, да, она используется порядка 3-4 месяцев, да, то есть получается 4 человека нашли, которые через месяц, ну, скажем так, январь, февраль, март, апрель, январь, февраль, март, апрель, вот просто вы покупаете с 4 своим знакомым серии, все, да, вот, то есть один человек и 4 клиента, ну, ладно, там 5, да, кто-то через раз пользуется сериями, или там 6 клиентов находите, это может быть мама, это может быть лучшая подруга, коллега по работе, бывший и так далее, которые говорят, мне твой Oriflame не нужен, мне твой бизнес не нужен, у меня потрясающая профессия, я работаю врачом, стоматологом, еще и я кайфую от этого, мне больше ничего не надо. Но согласитесь, каждая женщина хочет выглядеть достойно, она хочет сохранить красоту, да, много женщин. Поэтому найди там 6 человек, которым вы будете показывать серию на Wage, да, вот, пожалуйста, по себестоимости будут брать. Либо вы пользуетесь сами продукцией Wellness, без разницы. То есть стратегии, как сделать личный товарооборот, это у нас проходит Академия
Академия красоты, я вам покажу, когда это проходит, и так далее, да, вот, а, опять же таки, 100 человек, средний заказ 150 баллов, ваш доход 60 тысяч рублей, если те же самые люди сделают заказ 200 баллов, наша задача обучить, как это делать, ваш доход 80 тысяч рублей, ну, а если увеличить средний заказ до 250 баллов, вы будете получать 100 тысяч, сколько вы хотите зарабатывать, 100 тысяч или 12 тысяч рублей при тех же людях, все будет зависеть от того, как будет организован обучение вашей структуре. Ну и, конечно же, это командная наша задача. Таким образом, для того, чтобы тех людей, которых вы пригласили, чтобы у них были высокие заказы, у нас проходит по вторникам занятие, как организовать ЛТО. Вы видите расписание, да, у нас парад успеха, там истории, партнеры наши рассказывают, дальше Академия Wellness, все о Wellness, и Академия Красоты, где мы рассказываем о, ну, понятно, о косметических средствах. Следующий момент, да, важно, чтобы вы не надеялись на того, что за вас кто-то построит бизнес. Мы приглашаем вас, и мы начинаем строить веточки, вы, наверное, слышали, что один под другим, каждый лидер строит свой себе бизнес, не кому-то, себе. Он строит организацию, где потом из этой цепочки регистрирую один под другим, и вас, скорее всего, так пригласили, вот, находится тот партнер, с которым он больше дальше будет делать бизнес, это будет его будущий директор, с которым он будет уделять свое драгоценное время, проводить планерки, обучать, передавать все то, что он знает. Все остальные просто окажутся потребители, может быть, нет. Но ваша задача не ждать, когда вам построят директорскую организацию. Нет, потому что вы не будете с этого ничего получать, пока не будете сами обучаться и начать приглашать других людей. Ваша задача, первый этап будет самому организовать личный товарооборот с людьми, 3000 баллов. Это ваша будет первая задача, потому что, возможно, вышестоящий лидер пригласит человека, и там будет строиться директорская группа. Вот. А для того, чтобы быть директором, нужно будет отрыв иметь 3000 баллов. Мы с вами тоже разберем. У нас есть вебинар, который называется «Маркетинг», там 7 видов дохода, и там более подробно рассказано. Вот, поэтому настройте сами это делать, у нас есть график вебинаров, и, вот как про доходы, перечисления, выплаты, да, вот у нас есть также это в записи, где это все подробненько расписано, почему, стратегии и как вы будете получать, также у нас есть обучение, это успешный старт, какие шаги нужно делать, да, прежде всего, и на сайте подробные шаги, как запускаться. Когда вы пригласили ваших новичков, и они прочитали, что нужно сделать в первую очередь, ваша задача будет потом добавить их в командные чаты, где лидеры организуют по чатам всю информацию. На самом деле, просто кладезь, и зачастую сами даже не успеваем прочитать, вот что значит синергия всей команды, что каждый вкладывает что. Да? Организуются постоянно какие-то проекты, какие-то фишечки, новые идеи, какое-то видео. Ты только изучаешь, что другой партнер, бац, уже отработал этот метод рекрутирования, рассказал, какая фишка, отработал, тут же все начали это применять. Кто-то какой-то интересный пост и какой-то интересный статус. Вот это называется большая командная работа. Поэтому ваша задача, когда вы пригласите новичка, довести его сюда, установить, помочь ему установить Telegram. Это такое вот направление будущего. Вот, скажем, это новое направление. Дальше. Про спонсора. Не ждите, когда вам кто-то будет звонить, уговаривать что-то сделать, не дай бог, да, вот вообще, как говорится, не ждите, просто не ждите. Почему? Потому что на самом деле мы даем всем одинаковую информацию, и мы не знаем, на самом деле, насколько вы уже сейчас готовы действовать, сколько у вас информации, какой у вас опыт, да, какое знание компьютера, какие цели, поэтому ваша задача самому связаться с вашим лидером, кто вас пригласил, созвониться, рассказать о себе, что вы знаете, что вы умеете, рассказать ваш круг общения, там, то есть список знакомых, да, чтобы вы составили какой-то стратегический план действия буквально.
Это очень важно, потому что у лидера очень много задач. Я вам говорила, что наша задача выращивать директоров. И в ком мы видим на данный момент больше всех перспективу, в того мы и вкладываем время свое. Тому уделяем больше внимания. Докажите, что вы достойны стать человеком с доходом 50 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч, что это вам важно. И даже если вы ничего пока не понимаете, но если мы увидим вашу целеустремленность идти до победного, до конца, изучать эту профессию, конечно же, мы будем вам давать приоритеты. Вот. Про статистику. На самом деле, да, все мы показали красиво. Вот если трех человек пригласить, они пригласят трех и так далее, будет все круто. На данный момент вот идет такая статистика, и чем больше мы делаем контактов, чем больше мы делаем общения, тем больше у нас будет результаты. И еще один момент. Сначала мы с вами учимся. Учимся приглашать людей, и у нас не будет получаться, нам многие будут отказывать, мы будем формировать свою презентацию, как мы видим этот бизнес, да, у нас есть общая презентация, да, но у вас она будет своя, со своей историей, почему вам дорог Орифлейм, почему нравится, что вы здесь получили, какие задачи, да, и ваша задача будет прежде всего научиться проводить вот такую презентацию. Пока вы не научитесь ее проводить, а это просто стишок, который нужно научиться рассказывать. Да, это кто-то, вы все из вас обучались даже в школе, и вам говорили выучить какой-то параграф, вот, и вы учили, и рассказывали у доски. Так вот, ваша задача будет научиться выучить стишок, посмотреть слайды лидеров, партнеров, скажем так, чуть-чуть под себя переделать эту презентацию и рассказывать. Рассказывать постоянно, всем подряд. Вот, А дальше момент, да, методы рекрутирования, как мы будем найти через соцсети, через знакомых, незнакомых и так далее, это все мы изучаем 2 раза в неделю, у нас проходят вебинары. Вот, и ваша задача также будет научиться рассказывать о себе, делиться своим первым опытом, хорошим опытом, печальным опытом, да, потому что без опыта у вас не будет результата. И важно, даже если у вас что-то не получилось, анализировать, что вы сделали. И вот я пригласила там всех подряд, да, а вот никто не пришел. А что вы говорили? А как вы говорили? Давай проанализируем. Вот это, конечно, лучше всего планерку вот такой с вашим вышестоящим лидером проводить. Вот, также просто много действовать. Через очень большую статистику действовать, действовать, действовать. Вот, также про организацию потока людей. Что нужно будет сделать? Нужно прежде всего написать и ежедневно пополнять список знакомых. Скажите честно, у кого написан список знакомых и кто его пополняет? И кто как ведет? Кто ведет в электронном виде, а кто ведет на бумажке, используя вот такой вот блокнотик? Кто как? Скажите. Причем эти люди, когда они у вас, понимаете, помните, я вам говорила про мечты. Если у вас мечты написаны, это ваш план действий, что вы хотите исполнить. Если записаны эти люди, вы можете раз в 2-3 дня вот так смотреть, перелистывать и вспоминать. Вот у нас Таня, она там в соцсетях. Ой, с Леной мы можем увидеться и так далее, да? И самое интересное, что если вы сделали людям предложение о бизнесе, и они, естественно, сказали: ой, это не мое, я в этой в лохотрон секту не верю и так далее и тому подобное, все что угодно, да, это их мнение, это их опыт, потому что многие пробовали и бросали. Вот главное будет вести свои страницы по раскрутке личного бренда, рассказывать о том, как меняется ваша жизнь с Орифлейм. Вы же им сделали какое-то предложение, да? Не ждите, что сразу все побегут к вам стоять в очередь. Нет. Ваша задача меняться самому в лучшую сторону, преображаться внешне, расцветать, чтобы в 40 лет вы выглядели шикарной, там, женщиной, в 50, 60, и чтобы каждый год, чем больше вам лет, все больше людей шокировалось на том, сколько вы шикарная женщина. Вы менялись, вы узнавали что-то полезную информацию людям. Сейчас очень классно
И, наверное, самое важное – раскручивать свой бренд именно в Инстаграме. Это соцсеть, которая набирает невероятную просто мощь. И если раньше там были просто какие-то картинки, то сейчас в Инстаграме очень интересные посты. Люди не лазят по сайтам, изучая там что-то, информацию. Вечером народ хочет расслабиться. Они ложатся в постель, включают телефон, зайдут в какую-нибудь соцсеть и вот так быстренько прокручивают ленту. Они смотрят какие-то картинки, они видят вас, они подписываются, они читают, что происходит у знакомого. И давайте с вами подумаем. Скажите, вам интересно читать спам? Кому интересен спам? Я, например, отвратительно к нему отношусь, меня это бесит, раздражает. Ну вот просто вообще, как бы постоянно, когда тебе приглашают в лоб, ой, это бизнес, 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 бизнес. Просто бесит, понимаете, вот, например, меня раздражает, меня приглашают, сегодня меня пригласили в Oriflame, в Инстаграме, в лично, вот просто пристают люди, нет, но мне очень интересно наблюдать за людьми, мне нужно интересно смотреть фотографии, как человек, что публикует, да, там чашечка кофе, неважно, там с собаками, собачками, с кошками, с детьми и так далее, я смотрю, я читаю, и понимаете, как чем человек интереснее о чем-то рассказывает, да, какие-то там про, не знаю, какие-то разные, да, я на него, если мне человек нравится, я на него подписываюсь, и я начинаю за ним наблюдать. Неважно, за кем-то я наблюдаю страницы, где путешествия, за ком-то наблюдаю там, где кулинария, да, я подписываюсь на группы, мне все интересно, какие-то рецепты, где-то, у меня много различных увлечений, да, мне нравится, ну, скажем так, где-то кино, понимаете, людей много, и разный из уникален, и он даст, может быть, понимаете, каждый человек в соцсети, вот, особенно в Инстаграме, уникален, звезды, они дают свою какую-то харизму, свою, знаете, и вот за каждым наблюдаешь, и как будто влюбляешься, и влюбляешься, наверное, скажем так, да, больше кто тебе ближе по темпераменту, да, и ты смотришь, ты как, вот скажите, есть у вас люди, за кем вы наблюдаете, читаете их посты, вот давайте вот сейчас вот, это очень важно, у вас есть такие люди, за которыми вы практически каждый день, через день, ну, вы следите за ними, что они пишут, читают и так далее, есть кто-то, звезды какие-то, звезды, мы не будем сейчас брать нашу команду и в частности меня. Есть? Ну вот просто давайте проверим. Да, нет. Вот, кто-то там Бузова, кто-то там, интересно, ну, Жиронская, да, прикольная, да, я тоже за ней смотрю. Вот, вот давайте разделимся, да или нет. Это тоже статистика. Мне, например, нравится наблюдать. И когда мне человек близок, что, мне нравится он, я с ним знакомлюсь, она рассказывает о себе, какие-то приколы, там, фотографии и так далее, чтобы потом он мне не рассказал, не предложил свою историю, я захочу с ним сотрудничать, я его уже знаю, я вижу, как он меняется, да, или кто-то меняется, да, я вижу, что происходит с моими подругами, да, в течение, там, 2, 3, 5 лет, да, я, опять же-таки, наблюдаю, что у них с детками, куда они поехали, мои знакомые, я за ними тоже наблюдаю, вот, и вот это самая главная работа в интернете, потихоньку начинать прокачивать бренд личный. Конечно же, как его прокачивать, это нужно учиться, и у нас есть специальный чат, когда мы публикуем свои посты, где вы можете просто брать тот же пост, взять его, переделать под себя, добавить какие-то ваши мысли. Все очень просто. Например, каждый из нас хочет, ну, давайте так, по чесноку, да, кто бы хотел перед Новым годом убрать пару сантиметров талии, там немножко улучшить свою фигуру, там цвет лица, не знаю, вот фигуру, улучшить свою фигуру до Нового года, ну вот скажем так, подкорректировать, кто бы хотел, да, вот практически все, правильно, а кто может повлиять на это, точнее как вам сказать, только вы сами можете встать, взять, сделать и повлиять на то, чтобы какие-то изменения произошли, правильно? А если вы
еще будете говорить настолько, как это может быть тяжело, легко дается, что вы это делаете. Вот, вы начали уже рассказывать о себе, что вы узнали, а я узнала это, а я буду делать это, а я буду, а вы знаете, то, что водичка то-то, то-то, я, блин, я за... сегодня 3 стакана выпила и так далее, девчонки, поддержите и так далее, да, вот сейчас вот этот тренд, когда вы рассказываете о себе, что-то преодолеваете, люди смотрят, читают и так далее, и когда видят, что вы получаете результат, люди обращают на вас. Как? Как это делать? Сейчас я опять периодически, уже получается, это третий проект, который идет у нас, как третий, да, первый был у меня планка, когда я просто бешеных результатов добилась, там минус 8 сантиметров талии, причем я больше ничего не делала, wellness и планка, и похудела там на 4 килограмма плюс за... наверное, за 2 месяца, наверное, 1,5-2 месяца, и 8 сантиметров талии. Мне главное было убрать живот, потому что после родов, скажем, состояние, ну, и тем более после тридцатника, когда тебе, вот, это бешеное направление распространилось везде, а дальше у нас был и wellness проект, wellness преображение, я скинула еще 2 килограмма, где-то набрала за лето, и опять же такие офигенные результаты получила, у нас был сейчас отдых, и опять сейчас я занимаюсь своей фигурой, но размещая сейчас посты, мне начинают люди писать: Ира, спасибо тебе за то, что там ты рассказала там летом про wellness планку, я похудела за месяц на 4 килограмма без диет, без всего, просто на планке, и пошли, я смотрю, ой, это классная планка, мне пишут планку, что пошло, да, вот, что вот эта вот фишка пошла, планка, да, люди читают вас, я никому не пристаю, я просто пишу, что я делаю, а через какое-то время, опять же таки, может быть тот же пост, можно тоже обстоятельств, вот, пожалуйста, пришли, это, опять же таки, вы можете пообщаться, а вот это ваша прокачка личного бренда, когда вы находите общение, потом рассказываете, что вы делаете, люди видят, как вы меняетесь, доход и так далее, вот вы были бухгалтером, а тут же бах-бах-бах, бизнес-вумом, и вот вы уже в Oriflame, и тут же вы достигли чеки, признания, поездки и так далее, да, вот, все это мы с вами будем тоже, конечно, потом изучать, это отдельная будет тема, вот, когда у вас будут новички, очень важно, вот как только появился у вас первый новичок, не ждать, когда кто-то вместо вас что-то сделает, да, там вышестоящий, ваша задача будет зайти в раздел, сказать, попросить пароль, сказать, что мне нужно научиться сопровождать моих новичков. Вот то, что лидер сопровождает, у него совсем другая стратегия работы, другие тексты, скажем так, да, тексты, диалоги, общение, стиль. Лидер может сам понимать, что нужно дать новичку, в какой ситуации, о чем пообщаться, потому что лидер знает, и у него было очень много новичков. Ваша задача – это научиться сопровождать новичков в течение там 21 шаг. Для этого узнайте пароль доступа и прям по шаблонам смотрите, что нужно, и прям каждый шаг прорабатывайте, прорабатывайте. Берете первого новичка, потихонечку-потихонечку проработали с ним шаги. Второго новичка сделали так же, поняли, какие-то шаблоны лучше, третьего, четвертого, пятого. Вы знаете, в свое время мы испортили очень много людей, потому что это опыт, и многие ушли из нашей команды, хотя были сильные партнеры, да, но вот пока вы не начнете обучать своих новичков сопровождать, ваш бизнес будет стоять на месте. Скажите, кто самостоятельно сопровождает своих новичков? А кто, за кого это делает вышестоящий лидер? Напишите, пожалуйста, если вы уже в Oriflame. Вот. Видите, сразу сейчас лидеры сама, да, сразу видим, а кто-то, а если кто-то промолчит, значит, за кого-то это делают. Поэтому, если вы хотите зарабатывать 50-100 тысяч, вот как можно быстрее начните обучать своих новичков. Даже если вам пригласили людей, не вы пригласили этих людей, вы скажите, я хочу познакомиться с моей командой. Почему? Потому что, еще раз, ваш бизнес начинается с вас. Все люди, которые зарегистрированы под вами, это ваши люди, это ваш бизнес, это ваш товарооборот. Помните выше табличку, я вам показывала? Будет новичок делать, размещать заказ на 50 баллов и на 250. Если вы пригласите 100 новичков, они будут делать по 50 баллов, вы получите 12 тысяч рублей. А если те же самые 100 человек будет делать товарооборот по 250 баллов, вы получите 100 тысяч рублей. Это те же люди. За вас кто-то это делать не будет. У вашего лидера вот так, работы, потому что нужно организовать, где-то провести вебинар, где-то созвониться, где-то просто побыть мамой, куда-то сходить, то есть у всех своя жизнь. И
только если вы будете вместе вот так в команде работать, изучать, делиться своей, только тогда будет синергия, и вместе вы будете делать бизнес. Вот это очень важно. Следующий момент – это, да, подведем итог, и прежде всего наша первоначальная цель – это делать, сначала запустить две ветки, потом добавить третью. Третью ветку вы посмотрите, когда добавить, если у вас будет очень много регистраций, вы поймете, опять же таки, как можно быстрее научитесь приглашать людей в бизнес, рассказывать самостоятельно. Презентацию, как ее вы видите, в течение 10 минут. Вот вам домашнее задание всем написать презентацию в тексте 10 минут об Oriflame, как вы видите. Для этого первое, нужно себя продать дорого, что рассказать немножко о себе, как вы пришли в Oriflame, да, у вас там 2-3 высших образования, вы профессия, но тем не менее, там как вас пригласили, вы пришли в Oriflame, чего добились и что уже получили, и почему вы приняли такое решение и стратегию бизнеса, что два человека приглашают еще два человека и так далее, и того столько-то и так далее. Вот эту вот табличку пропишите в письменном виде, как вы это делаете. Можете перебрать кучу всяких презентаций, возможностей, неважно. Создайте свою презентацию на 10 минут и расскажите ее как минимум 5 людям. Расскажите, вы будете ее видоизменять, вы посмотрите, что лучше рассказать. Пока вы не научитесь рассказывать свою презентацию, бизнес у вас станет. Вы каждый раз, когда вы будете изучать презентацию, вы осознаете глобальность того, чем вы занимаетесь. Вот. Ну и вообще, если что, вам нужно будет сделать. Первое, составить список мечт. Иначе, что у вас не будет мотивации к действию. Второе, составить список знакомых минимум 300 человек и постоянно пополнять знакомыми. Вот. Дальше. Пользоваться Wellness Novage для того, чтобы показать, что значит красота снаружи, изнутри и вообще, скажем так, чтобы продлить ваше долголетие и внешний вид на долгие годы. Организовать ЛТО 150 баллов, научиться делать как это. Посещать все вебинары, ежедневно рекрутировать, цель минимум 3 регистрации и прирост товарооборота. Личных минимум 300 баллов новичков, ну вот это вот суммарно, да, это ваша стратегия. Стратегия должна быть, если вы это научитесь, то уже на пятый каталог вы могли открыть звание и сразу выйти на доход 100 тысяч в среднем. Там, ну не 100 тысяч, но во всяком случае там 70 точно. Вот. Сопровождение новичков. Помогать изучать продукцию, разместить заказ, помогать в рекрутинге и приглашать, приводить на вебинары. Дальше. Важно участвовать во всех вебинарах, планерках, потому что только тогда, когда вы сами будете проговаривать, пригласитесь на планерки. Вот какая будет, вы же стоящий даже вот вебинар, вы можете расписание посмотреть, да, через 2 недельки такой-то вебинар с такой-то темой. Например, Академия красоты, да, создание ЛТО, личного товарооборота. Наверняка вы кому-то показали каталог, с мамой, да, пообщались, что-то у вас какой-то случай произошел, ну расскажите. Или вам удалось пригласить первого новичка, маму, подружку. Выступите на 5 минут, расскажите. Вот не надо что-то выдумывать, не надо что-то учить, расскажите о том, что у вас получилось. Попроситесь, да. И вот это самый кайф, когда вы начнете проговаривать. Обучать других обучать. Вот это самая важная задача. Поэтому вот подумайте о том, что у вас произошло за последний месяц, неделю, не знаю, что у вас получилось. Посмотрите, когда выступает ваша команда, и попроситесь об этом рассказать. Потому что, когда вы станете директором, ваша задача уже самому проводить вебинары. Если вы не научитесь говорить, будет тяжело так сразу, представляете, молчаливый директор и вообще бриллиантовый директор. Ну, честно говоря, ну, вам нужно учиться. У вас должен быть ежедневный план действий, потому что вы должны знать, что, когда делать, как расставлять приоритеты, и созванивайтесь сами с вашим менеджером, директором, для того, чтобы проанализировать, насколько правильно вы сделали, что у вас не получилось, чтобы ваш лидер вас подкорректировал. Вот это вот основной фундамент, что нужно знать. И завтра обязательно 2 декабря в 8 часов по Москве, посчитайте, сколько это по вашему времени,
Человек, который действительно изменил мою жизнь, это человек, на которого я равняюсь. Какая бы ситуация ни случилась, я думаю, а что бы сделала Наталья Гришаева в этой ситуации? У меня не было спонсора, у меня не было вышестоящих лидеров, топовых лидеров, которые бы учили, как это делать. Потому что, понимаете, 50 тысяч, 100 тысяч там заработать – это одно. Но если ты хочешь зарабатывать 200, 300 тысяч, как я в прошлом году за год, ну, за год у меня было 4,5 миллиона, нужно мыслить как миллионер. У Натальи Гришаевой безумный опыт. Она работала главбухом крупных корпораций, пришла в Орифлейм. У нее большой круг общения среди миллионеров разных профессий, лидеров разных. И от каждого миллионера, скажем так, она учится. У нее бешеное видение. То, что она говорит, даже если я не понимаю, если я с ней не согласна, или вообще я не знаю, если я слышу, Наталья Гришаева сказала, это надо делать, я просто это делаю. Если у меня какая-то сложная ситуация, я говорю, Наташа, что мне делать? Она говорит, я не понимаю, но я делаю. И через месяц, два, три, через неделю, через год я понимаю, как же Наташа была права. Это настолько мудрейший человек, это вот человек, благодаря которому я стала топ-лидером. И впервые она выступает для нас на нашем вебинаре. Вот я вас очень прошу, все команды, всех подтяните. Потому что, я говорю, это мудрейший человек, которому я очень сильно благодарна. Вот, на этом все. Следующий вебинар такой же состоится у нас ровно через 3 недели, 22 декабря, 18 часов. Мы будем менять 13-18 часов в зависимости от того, новичков каких пригласить. Надеюсь, вам сегодняшний вебинар был полезен как новичкам, так и старичкам, потому что я хотела провести с вами планерочку, чтобы вы еще раз те же самые, скажем, тот же самый фундамент, практически три те же самые слайды, и я каждый раз буду что-то добавлять, чтобы вы посмотрели и шлифовали, чтобы вы свой фундамент бизнеса создавали. Вот, еще раз большое спасибо, что посетили этот вебинар. У нас была акция, и я запускаю также на следующий ее каталог. Пригласи минимум 5 новичков, которые придут сюда на этот вебинар, и получишь премию 500 рублей. Так, кто больше всего пригласит новичков. Поэтому именно сейчас я иду и смотрю, сколько новичков от вас пришло, и кому-то перечислю премию. Все, всех люблю. До скорых встреч. Успешного закрытия каталога. Пока-пока.